Всем привет! Хотела снять восторженное видео о своих покупках, которые я сделала в Литуаль вчера. Но вы слышите по голосу, что я, видимо, чем-то очень недовольна. Я, наверное, с этого и начну. В общем, как оказалось, что я, похоже, налетела на просрочку какую-то. В общем, я заходила в Литуаль и увидела у них на скидках продукты. Я, конечно, первым делом схватила вот эту вот вещь. Это сыворотка для глаз, серум от Kate Burke. Или Kate Burke, в общем, американская женщина, которая сама это все создает. У нее потрясающие составы, какая-то супер чудесная косметика. Здесь в Литуале была скидка 70%. В общем, сыворотка получилась 2900. Вот. Я прочитала отзывы. Отзывов было на нее что-то как-то не очень много. Один был отзыв на Литуаль. Девушка писала, что она довольна этой сывороткой. Ну, я решила, что я, наверное, тоже попробую. В общем, я ее, когда покупала, мы посмотрели с консультантом срок. Срок здесь был до февраля 2021 года. Батч-код я проверить не смогла, потому что на сайтах косметика этой фирмы в батч-кодах почему-то не представлена. Ну, в общем, когда я ее открыла, мне в нос ударил запах прогорклого масла. Это кошмар. Сейчас я ее вытащу, покажу. В общем, сыворотка выглядит вот так. Красивая такая лаконичная баночка. Здесь помпа. Ее надо хорошенько взболтать и потом наносить. Я думала, что здесь все запаяно, и поэтому я так... Ну, удивилась, думаю, почему же такой запах-то прогорклый, как же она могла испортиться, если она такая вся вроде как герметичная, но нет. Оказывается, у нее вот это вот прекрасно все отвинчивается, и, видимо, в магазине кто-то ее когда-то отвинтил, и таким образом нарушилась целостность упаковки, и, похоже, она забродила. В общем, я сегодня написала на сайт Литуаль претензию с вопросом, как я могу ее сдать обратно. Я не знаю, какой они мне дадут ответ, положительный или отрицательный. Если ответ будет отрицательный, и я обижусь, но измажу ее на себя. Вот, я не хочу обращаться ни в какие там Роспотребнадзор и прочую фигню. Мне не хочется даже время свое тратить, тем более сейчас коронавирус, и шастать там лишний раз мне вообще неохота. Вот, но я надеюсь, что они прислушаются. Все-таки я у них покупатель уже такой давнишний. Покупаю у них давно и всегда была довольна качеством продукции. Вот первый раз у меня такая штука произошла. И, конечно, это, я думаю, не вина магазина. Они не могут знать об этом, просрочился у них товар или нет. В каком он там качестве стоит, да, на полке. Они за это ответственности не несут. Если покупатель взял и залез туда своими лапами, вот, взял там и что-то открутил, я думаю, что тут вообще их вины нет. Единственное, как они поступят теперь по отношению к тому человеку, который оказался ущемлен в своих, получается, правах. Вот. Ну, теперь про положительные моменты. Значит, давненько я хотела вот этого товарища купить от Estee Lauder. Я ее вчера, значит, тоже открыла. Ну, после того, как я вот эту открыла штуку, я уже, естественно, расчехлила и вот это проверила. Ну, нет, тут запаха никакого нет. Сыворотка нормальная. Единственное, что я ее сейчас пока отставлю, потому что у меня уход от пайо. Я ее не хочу добавлять, тем более у меня еще сыворотка, которой я пользуюсь под макияж от Dior Close Up. Мне ее надо добивать. Вот. Эту я буду добивать потом, наверное, ну, чередуя с той каким-то образом. Вот, и хотела я тоже давным-давно, вот почему-то не покупала,
от Dior, вот такую какую-то балансирующую воду. Я вчера ее тоже попробовала. Она дала хорошее увлажнение, мне она понравилась. Вот я ее тоже сейчас буду включать в свой уход, потому что я поняла, что не надо ничего беречь, ничего откладывать на потом, надо жить сегодняшним днем. Вот все, что есть, я буду на себя мазать. Ну, в разумных пределах, разумеется, потому что лицо одно, но что-то там жалеть и куда-то что-то, для кого-то там что-то хранить и держать, на кой черт это надо? Жизнь такая короткая, такая стремительная, поэтому если у вас есть какие-то запасы, на которые вы там смотрите, трясетесь над этим, думаете, ой, ну вот когда-нибудь наступит момент, я это открою, все, выковыриваете из своих запасов и мажьте на себя, ничего не надо жалеть. Можно крякнуть просто в любой момент, и потом, ну, и кому это все останется? Вы же когда-то об этом мечтали, вы хотели этим пользоваться, зачем это откладывать? Лучше постараться потом сделать так, что если вам это понравится, попробовать купить это еще раз. Вот, но лучше не беречь. Вот, в общем, здесь давайте я покажу вот эту штуку. Вот такая вот водичка. Здесь, кстати, та же самая безобразная история, которая вот с этой штукой. Здесь помпы нет. Здесь просто... Ой, сейчас, секунду. Просто вот такая вот хрень, которую я терпеть не могу. Я ненавижу просто выливать что-то себе на руку. Я все переливаю. Вот я даже вот сюда какой-то в пайо залила другой тоник, потому что мне нравится банка. Вот, здесь у меня хороший бюджетный тоник налит. Вот, ну, сделайте нормальные помпы, Dior, ну, это что такое? Конечно, меня никто не послушает, они меня не слушают и никогда не будут слушать. Вот, но второй продукт, от которого я оказалась, в принципе, ну, еще пока не в диком восторге, но, по крайней мере, он не пахнет. Упаковка у него красивая. Вот. Ну, отзывов на него очень много. Вот такая сыворотка анти-эйдж. Когда-то еще давным-давно продавец в Рив Гош мне эту сыворотку показала, когда я сказала, что мне нужно что-то для сияния кожи. И я как раз ходила, по-моему, присматривала то ли Clarins себе базу, то ли от Estée Lauder базу. У них есть база WA. А вот я что-то ходила, смотрела, она мне говорит, да возьмите вот эту. Но она что-то такая дорогая была, там, 3 с лишним тысячи. Она и сейчас дорогая. Вот, я ее купила со скидкой 50% за 2 800. В общем, не знаю, будет ли она стоить этих своих денег. Очень надеюсь, потому что... Почему я вообще сделала выбор в пользу этой сыворотки? Я попробовала у них маленькую маску Revitalizing, и она мне очень-очень понравилась. И я подумала, что мне надо будет купить в большом объеме эту маску. Ну, что-то я, в общем, подумала и забыла. Ну вот, когда мне попалась эта сыворотка, я увидела знакомое слово Revitalizing, я... Что-то у меня озарение какое-то нашло, я ее хватанула. Ну, буду пользоваться, потом вам расскажу. Ну и, разумеется, расскажу, чем у меня закончилась вот эта эпопея с этой сывороткой. Очень уж не хочется мне ее на себя мазать. Я сейчас вам покажу, она какая стала. Ой. Вон, видите, она прям какая-то стала, видно, что она подсохшая, какая-то у нее странная такая консистенция. То есть я подозреваю, что она должна быть чистой, такой прозрачной. Вот, и, естественно, иметь нормальный запах. Мне кажется, у таких продуктов запах должен быть просто зашибенный. Ну ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.
В общем, эпопея с этой сывороткой разрешилась просто замечательно. Я ее сдала, и деньги мне полностью вернули. Со мной связалась директор нашего магазина Литуаль. Я ее знаю лично, и она меня знает. Она позвонила, встревоженная, сказала: «Боже ты мой, это что вообще происходит? Быстро несите ее сюда, мы вам все вернем». И я ее на следующий день унесла. В общем, единственное, что безумно мне жалко, что она все-таки такая оказалась, потому что я ее очень сильно хотела. И когда теперь я решусь в следующий раз купить эту сыворотку, сейчас на нее скидки 50%. Я не знаю. Они сказали, что проведут свое расследование по поводу того, какой запах имеют сыворотки, которые у них вот только как бы пришли, которые без скидок, какие-то новые, наверное, партии. Ну и потом мне расскажут. Я не знаю. Я подумаю, может быть, когда-нибудь все-таки я решусь ее заказать еще раз и попробовать. Ну, в общем, Литуаль повели себя очень хорошо, и я всем хочу дать совет. Пробуйте сначала обратиться непосредственно в магазин, не дергайте сразу горячую линию, потому что, я так понимаю, директорам потом прилетает очень сильно по шапке. Поэтому пробуйте сначала местно разрешить конфликт, а потом, если уже что-то будет не так идти, то тогда уже на горячую линию бомбите. Вот я немножко сделала неправильно. Но оказалось, что я недооценила эту сеть. Все бы прошло и так нормально. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.